Здравствуйте, дорогие друзья! Очень скоро близится самый нежный и большой праздник – День Матери. Мы предлагаем поздравить вам своих мам с этим прекрасным днем и поучаствовать в акции «Спасибо, мама». В ней приняли участие уже более 30 тысяч человек, в числе которых и звезды шоу-бизнеса, журналисты, спортсмены. Среди них певица Зара, призер Олимпийских игр Анна Бессонова, футболист Артем Ребров, телеведущая Елена Летучая, шоумен Александр Рева и другие знаменитости. Акция под названием «Спасибо, мама» организована в социальной сети в Instagram. Все опубликованные под этим хэштегом видео автоматически попадают на специальный сайт. Поучаствуйте и вы, расскажите о своей маме, поздравьте ее с этим прекрасным праздником. Подарите ей три важных слова «Я тебя люблю». Ваши поздравительные видео мы ждем на нашу электронную почту, а также можете присылать их на мессенджер WhatsApp по указанному номеру телефона. Порадуйте своих мам с этим праздником. Ой, мама всегда очень красиво одевалась, она была модницей, у нее были джинсы клёш, у нее была красивая туника, я помню. Папа ездил в Болгарию и привозил маме одежду, и вот прямо вот тетельку в тетельку прямо подходила она ей. Она была моим первым продюсером, директором, костюмером, стилистом. Она меня всегда во всем поддерживала. И несмотря на то, что она, в принципе, достаточно строгая мама, она всегда шла за мной. И она самая лучшая на свете бабушка. Мы ее называем Буся. Она наша Буся. Мама меня никогда ни за что не ругала. Никогда. Только ее строгий взгляд мог дать мне понять, что что-то я сделала, может быть, неправильно. Мамулечка, я тебя очень люблю. Я желаю тебе только здоровья. Спасибо, что ты у меня есть. Спасибо, мама. Спасибо, что ты такая смелая. Ты такая смелая, мам. Мне так нравится, когда ты на моем концерте и когда я пою эту песню. Мама, когда я рядом с ним, я забываю, где я, забываю, кто я. Мама, когда я рядом с ним, читаю рассветы. Мама, мама, мы просто взяли два билета. Мама, два билета в лето. Я пою это для тебя. Я пою это для тебя, и спасибо тебе за то, что ты одобряешь мой выбор. Мама – это тот человек, с которым я не хочу никогда расставаться. Я не могу смотреть, когда мама плачет. Мое сердце разрывается. Я хочу сказать своей маме спасибо за все. За то, что я такая. За то, что дала мне такое волшебное детство. За то, что научила меня радоваться самым простым вещам. За то, что проводила со мной столько времени, я знаю, что это было тяжело. Спасибо за эти теплые вечера с книгой, и спасибо за то, что в нашем доме всегда пахло выпечкой, и у меня всегда было ощущение дома. Спасибо, моя родная, тебе за все. Она всегда была такая маленькая, худенькая-худенькая. Она всегда ходила с таким огромным чемоданом, полным оружия. Черненький хвостик, большие губы, и вот она с этим чемоданом садится в поезд и едет, значит, стрелять на стрельбище. Папа всегда очень гордился, что мама стреляет в десяточку. Я была трудным подростком. Я сбегала из дома в подростковом возрасте. Я прям убежала. Когда я вернулась домой, я увидела маму с папой, они такие были очень сильно постаревшие. Мамочка моя сказала, что как глупенько-то у меня малышка. Прости меня за то, что было 12 лет назад. Я тебя очень сильно люблю. Благодаря тебе я знаю, как любить мужа, любить жизнь, любить своих детей. В общем, я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе, мамочка.